Мне захотелось поговорить с церковью о духе позитива, о духе надежды, о духе веры, об оптимизме, о вот этом убежденности: Господь, с тобой мы сможем. Мне очень захотелось об этом поговорить с церковью. Знаете, бодрый дух должен наполнять христиан. Позитивный, веселый, радостный. Одна из самых страшных дьявольских ловушек – это то, что нас убедили. Материалисты убеждали нас, что бодрость нашего духа зависит от среды. Вот, дескать, когда у меня улучшатся жилищные условия, когда политика улучшится в стране, зарплаты вырастут, будут хорошие дома, машины и все, тогда я повеселею. Брехня! Это чистый материализм. Христианство учит совсем другому направлению, источнику. Изнутри наружу. Из сердца человеческого начинаются добрые перемены. Они приходят в сердце извне. Миллиардеры, миллионеры вешаются, заканчивают жизнь самоубийствами. И у них снаружи все так неплохо. Но внутри все пусто и гнило. Человеческая жизнь меняется изнутри наружу. Внутри нас находится выключатель, которым ты принимаешь решение. Проживу ли я этот день в пессимизме, начну ли я его с ропота, буду ли я пускать нюни, сопли, слюни, и жаловаться на жизнь, и говорить, какая жизнь тяжелая, какие все плохие. Или ты будешь в позитиве. Любые трудности. Христианин имеет достаточно небесного обетования, небесных обещаний, чтобы через любые трудности проходить с высоко поднятым носом, с улыбкой, даже до смертной тени, даже до последнего дня. На земле ты можешь оставаться оптимистом, потому что небесная перспектива дает тебе на это основание. Все только начнется, когда занавес жизни будет открыт, и ты войдешь в удивительное царствие Отца. Христианин – человек, который должен быть позитивистом, должен быть наполненным верой, наполненным бодрым духом. И это решение внутри тебя, этот выключатель в сторону благодарности, в сторону радости. Павел пишет из тюрьмы, тюремное послание апостола, послание радости. Радуйтесь. И еще раз говорю вам, радуйтесь. Он не пишет это потому, что радуйтесь хоть вы там на свободе, когда я тут умираю от депрессии. Нет, он сидит в тюрьме, он вышел на финишную прямую, его жизнь идет казни к кресту, но он полон веры. Небесный оптимизм озаряет его последний путь земной. И он пишет полной радости, полное торжества и оптимизма послания. Потому что он знает, в кого он уверовал, он знает, откуда он и куда он идет. Христианин должен быть позитивистом, должен быть оптимистом. У нас для этого есть все основания. Вчера, готовясь к проповеди, уже начиная служение в Красноармейском, там был день села, ужасный день. С утра уже готовится село к пьянке, к забою, к гулянке. И я с утра был там на служении, но в клубе, где мы проводим служение, выставлены фотографии. Одна из них привлекла мое внимание и дала мне классную иллюстрацию, которую я успел уже в обед вкинуть в проповеди на служение. Я увидел вот эту фотографию. И еще царских офицеров. У них кресты, стало быть, еще дореволюционное фото. И знаете, фотография в то время была в новинку, в диковинку. И лица у всех мрачные, у кого-то перепуганные. Один вообще сидит вот так вот просто. Видно, фотоаппарат все-таки первый раз в жизни видят многие. Очень серьезные, у кого-то грустные, у кого-то перепуганные лица. Но вдруг мое внимание привлек один парень. Единственный улыбающийся на этом снимке. Я обратил внимание на его улыбку, но вот еще кое-что. Я вдруг заметил, что у него на груди больше, чем у других,
наград. Там есть у кого-то один крест, а у него их три и две медали. То есть он самый титулованный и единственно веселый. Я подумал, какая хорошая иллюстрация. То, что думает обычно человек, ну чё ж ему не веселиться, вся грудь в крестах, конечно, у него жизнь удалась, ишь, какой герой, конечно, ему радостно, вот как у него все хорошо, не то, что у меня. А я подумал, 100% уверен в этом, что бодрый оптимистический дух, который не смог продать даже чудо-диво-машина в виде фотоаппарата, не озадачил его, он бодрый весь, единственный. Я подумал, наверняка этому парню в его битвах, в его сражениях, в его там боях, где он зарабатывал эти кресты и медали, наверняка вот тот самый добрый, позитивный, бодрый, улыбчивый, не знаю, дух помог ему в его победах. Вот в чем я уверен. Итак, совпадение. Единственное улыбающееся лицо и самое большое количество наград. Друзья, унылый дух сушит кости, говорит Библия. Бодрый, позитивный дух, о котором говорит Писание, учит, и у которого есть основания у христиан этого, помогает нам в сражениях. В сражениях внутри нас, главной нашей войне, в сражениях в наших семьях, в сражениях в наших городах и странах, в наших служениях, в наших целях, мечтах, задачах. Христианину нужно быть оптимистом. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, Марка 9:23, все возможно верующим. Иисус не сказал, все возможно тому, кто 1,83 м роста, и в спортзале, и в спортзал ходит. Это я себе. Иисус не сказал, все возможно, если ты просто что-то можно нащупать, то все возможно. Нет, человек очень слабое существо, немощное. Немногое может человек. Но Писание говорит, Господи, ты сотворил небо и землю, Иеремия 32:17, великою силою твоей, великою мышцею для тебя нет ничего невозможного. Человек ограниченное существо, но вера, доверие Богу дает нам сделать шаг не к своим возможностям, к Его всемогущей силе. Я могу поднять в руке, не знаю, гирю в 32 килограмма, штангу могу рвануть, и так, значит, совсем там запоясаться, там как-то, ну, может, 120, я не знаю, никогда не пробовал, кстати, надо попробовать. Ну, может быть, рвану 100, может, 120, не знаю. Но мой отец своей мышцей держит вселенную. И когда я с ним, невозможная сила может действовать и делать удивительные вещи. Я люблю, я слышал много раз это слово «невозможно». Невозможно очистить Мариуполь от беспризорников, говорили мне много раз. Но мы пахали, мы по ночам ездили, мы не спали, вшивы эти головы стригли, драили, мыли, одевали, обували, сражались с этой бедой. И на этой неделе мы поехали в рейд и нашли там одного, и то даже не забрали сюда. Потому что, ну, отвезли там, взбодрили дома. И только одного, на неделю привезли одного. Нашли Маугли. Так у нас радость такая. Маугли. Я его уезжал в командировку, говорю, задача на 3 дня. Отучиться от 3 матов из длинного словаря, которым он владеет. И выучить первые 3 буквы в жизни. Лет в 14. Ну, буквально, буквально, не в курсе. Цифру, говорю, напиши. 1, 2, 3. Понимаете, мы радуемся, ух ты, какая удача, для пацана нашли, какого Маугли. Но это была норма, они были везде, и было полным-полно. И нам говорили, невозможно, мне нравится слышать о невозможном, включать оптимизм, включать веру. Боже, с тобой невозможное бывает возможно. С тобой
твоя сила может сделать то, что сила, действующая в нас, может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или помышляем. Мне нравится видеть это. И я предпочитаю иметь позитивный, добрый дух. Мы включаем это с утра, и это важно. Ежедневная утренняя трансформация происходит у моего слухи, как рыкал. Вчера утром просыпаюсь, он выходит, вылезает с постели, выходит. Доброе утро, сынка. Никакое оно не доброе. Ну, потому что он дежурный. Ему надо встать раньше, приготовить завтрак на семью. Я говорю, сын, посмотри в окошко. Рассвет. Осень. Посмотри, какой классный день Бог подарил тебе. Потом он вспомнил, что ему кроссовки должны подарить в этот день. И как-то улыбнулся. И жизнь начала хорошеть. Понимаете? Но на самом деле мы включаем один из двух режимов. С утра жаловаться на жизнь, роптать, осуждать, все плохие, все ужасные. Либо включить позитив. В любой ситуации жизни выключатель внутри тебя. Кто-то с молодежью сказал, а если девушка бросила? Я говорю, ну два варианта. Вариант первый – повеситься. Вариант второй – спеть знаменитую и любимую молодежью песню «Я свободен, словно птица в небесах». Ты включай, ты решаешь, что сделать. И вы знаете, что на самом деле тысячи людей, не включив оптимизм, не включив веру, чепуха, ерунда, Бог отвел. Порадуйся, поблагодари Господа, иди в жизни в ожидании твоего обетования. Ты еще 100 раз поблагодаришь Бога, что она сказала нет. Вляпался бы так, что ой-ой-ой. Вы понимаете, то есть внутри, все равно внутри тебя, вот этот тумблер внутри тебя, это принятие решения. И ты его принимаешь. Мы мечтаем с вами о росте церкви. Мы мечтаем о 5000 спасенных людей в Мариуполе и поселках в округе. Давайте скажем простую и очень внятную вещь. Это невозможно по-человечески. Ну, давайте я приведу аргументы. Восприимчивость к Евангелию очень низкая сейчас. Это не как 20-15 лет назад, когда люди, первая же реклама, люди шли в церковь, люди искали Бога, как достать Библию. Жажда была в народе. Сегодня мы живем в ублюдочной культуре, культуре потребления. Пожрать, поржать и в туалет сходить. Мы живем в этой системе ценностей абсолютно жуткой. Купить, приобрести. Мне надо вот это, вот это. Какие духовные ценности, какая вечная жизнь. Дайте мне купить что-то еще. Очень низкая жажда у людей по Богу. С человеческой точки зрения, рост церкви, 5000 поклонников, по-человечески невозможно. Но мне нравится видеть невозможные цели, мечтать о них и идти к ним. И я не рассчитываю только на наши силы. Он может делать удивительное. Мы будем пробовать, мы будем молиться, мы будем идти, мы будем пробовать, искать, потрошить, ворушить. Мы будем искать. Мы будем делать все, что можем. Но он может взять 2 хлеба и 5 рыбок и 1000 людей накормить, и 12 коробов осталось. Вы понимаете? Невозможное человеком возможно Богу. Вновь и вновь повторяет нам Святое Писание, не на свои силы полагаясь, на его вмешательство, на его чудесные истории, на его невероятные какие-то сюжеты. Он может делать невозможное возможным. Мой друг Сергей Демидович проповедовал прошлое воскресенье в церкви, где 5000 человек. По весне я должен буду быть на Золотой кафедре. Да, там другая культура, там церковь, в этой стране народ этот очень набожный, не по-нашему набожный, там самое страшное оскорбление у армян, сказать, что ты не христианин, то тебя повесят тут же. Голову отрежут за язык на голове. Ты что, как это не христианин? Ну, все, понимаете, да, там восприимчивость другая, но там куча своих проблем, а у нас своих.
Я вчера смотрел в поселках, вот готовится село к забою. Вот Достоевский говорил, пьянство, добровольное сумасшествие. Вот село готовится вечером сойти с ума. Волокут, закупают, народ оживился. Понимаешь, как в этой культуре с 2000 лет алкоголизма добиться, чтобы село поклонялось Господу? Но я принимаю решение. Я буду оптимистом. Я буду верить, что в этом селе зародится другая культура. Что молодежь будет не просто у самогонщиц с дрожащими руками дозы покупать, а со спортивными сумками в спортзалы, которые церковь добрых перемен там откроет. Что поднимется культура спорта, культура хороших книг, литературных клубов. Там поднимется христианская культура ценностей. По-человечески невозможно, там 2000 лет пьют. Ну, там не 2000, там село 200, ну 200 пьют. Вот как начали, так начали отмечать день села, и вот 200 лет и пьют. И село с этого начало. Я к тому, что нам очень нужны оптимисты. Церковь добрых перемен. Включаем оптимисты. По-человечески невозможно, но мы все равно не успокоимся. Мы будем молиться, будем двигаться вперед, искать пути, мечтать, шаг за шагом. И мы можем увидеть, как невозможное становится возможным. Один психолог в 20 веке поднял большой шум, введя в психологии термин «феномен приобретенной беспомощности». Он экспериментировал с животными, но ярче всего это проиллюстрировать известной историей про слона. Когда рождается слоненок, ему одевают цепь на ногу, привязывают, и он пытается как-то раз, раз, три, пять, двадцать, а потом он взрослеет, набирается силы, мощи, а ему уже цепь меняют на веревочку. Он уже так, может, когда еще дернет, но уже как бы смирился. Я не смогу. А потом огромное, мощное животное водят на маленькой ниточке, какой-нибудь тарапунька, штепсель, как там. Идет какой-нибудь мелкий индусик какой-нибудь, ведет на веревочке слона. Слона, который может разметать все там, просто все, и утопать в джунгли, не оглядываясь на них. Но он смирился. Я не могу. Жалко слона, но как жалко людей. Я пробовал завязать с курением уже 5 раз. И так что ты человек, смирился с тем, что не можешь побороть бычок. Я пробовал, я пытался выучить английский. 3 раза говорил себе. Говори еще 33. Начни действовать. Не смиряйся. Возьми. Я хочу 20-й раз прочитать Анну Каренину. Сядь и прочитай. Ну, понимаете, мечтаю похудеть на 20 килограммов. Так похудей. Вы понимаете, на самом деле возможно, невозможно. Я говорю об бытовых вещах. И я говорю о больших вещах. Ставьте невозможные цели и карабкайтесь к ним. Я никогда не забуду, как мечту покорить Эльбрус, вершину Европы, забросил мне в голову брат по имени Ганс. Говорит, срочный разговор, пастор, срочный разговор. Я все бросил, прибежал, говорит, мы должны церковью подняться на Эльбрус. Чего? Но ему все-таки удалось мне в голову закинуть эту сумасшедшую идею. Я начал читать, смотреть, думать. Говорю, о, классно, мы с пацанами на вершину Европы. Я поехал в Донецк к председателю ассоциации альпинистов Донбасса. Говорю, слушай, я хочу покорить хочу Эльбрус с пацанами, бывшей Басотой, сынами своими. Как ты, что-то подскажу? Да ну что-то это невозможно, с подростками. Невозможно. А у тебя, говорит, альпинистский опыт богатый? Я напрягся, говорю, Шлаковая гора у нас есть в Мариуполе, я в детстве лазал по ней там. Говорит, да ну ты что, ну невозможно. Но прошло полгода. Да, это было непросто. Да, это было сумасшествие. Но в последний день мы 12 дней тренировались, погода не пускала, профессионалы не в него сходили. А в последний день раздвинулась погодка, и мы пошли. Да, тяжело шли.
Вот так. Но мы дошли. Мы сделали это. И в Мариупольском музее, мы, правда, так и не добрались до этого, мэр распорядился выделить отдел, чтобы увековечить дословно подвиг бывших мариупольских беспризорных, покоривших вершину Европы. Просто времени не было, и бюджет мы не выделили, чтобы как-то уголок освоить. Надо напомнить, у меня на записи, на видео есть. Прием, скажем, где тут наше место? Музей. Мы хотим увековечить память. Тем более у нас теперь много чего там рассказать. Углов уже не хватит, а свое здание музея покупать. А через год мы покорили Арарат. А еще через год мы покорили самый опасный высокий вулкан США. А в феврале я собираюсь на вершину Африки со своими сынами взойти и качнуть африканские церкви в теме усыновления, не только африканские. Мне нравится. А когда прошел год и приехал к нам этот председатель ассоциации альпинистов, приехал сюда в Пилигрим и говорит, я хочу с вами дружить, но вы даете. Это было невозможно. Черт не знаю, что подростки 2 5-тысячника уделали вот так просто, как орешки щелка. Мне говорили, до Киева доехать с детьми, да ну вы что, смеетесь, да до него на велосипедах, до Киева с детьми. Вы не представляете, это невероятно, это невозможно. Друзья, мы уже у Байкала. Мы проехали Киев, Москву, Владимир, Нижний Новгород, Арзамас, Саранск, Пенза, Кузнец, Тольятти, Самара, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск. Мы уже за Байкалом. На этой неделе я утвердил график движения для Дальнего Востока. И сегодня я понимаю, если Бог даст силенки, здоровечко, даст мудрости и силы, мы объедем этот несчастный жалкий шарик. Абсолютно объедем. Ты по южам поедем. Невозможное окружает нас. Невозможное окружает нас. Я сейчас начал смотреть и хочу посмотреть все серии изобретения, которые потрясли мир Discovery. Ты просто потрясающе. Это проповеди о вере. Я говорю в Мариуполе, вы утверждаете, что мой голос могут слышать в Донецке? Вы всерьез в это верите? Ну, верьте, верьте. За доктором пошлите, пожалуйста. Проблема у человека. Вы понимаете, это же было невозможно. Хоть убейте меня, я не понимаю, как это работает, что я сижу. Вижу лицо моего собеседника, который находится на той стороне земли. Говорю, привет, доброе утро. Он говорит, добрый вечер. Говорит, тут же. Тут же, вот он сидит. Зовет жену с кухни. А, любимая, здесь Геннадий, привет передаю. И ты у него на кухне. И ты все слышишь. Не, ну я понимаю. Ау, где-то там пошло, пока пойдет землю. Где-то... Я не могу понять, что это происходит. Это реально. Я смотрел, как эти парни, они пробовали, они экспериментировали, било током там и расшибало, но они добились. Нас окружает невозможно. Завтра утром я вылетаю на конференцию на ту сторону Земли на несколько дней. И я сяду в самолет, буду пить кофе, буду общаться, читать книги и работать в интернете. Работать в интернете на высоте 10 километров. И нервничать, когда что-то притормозит в интернет слабенько. Вы понимаете? Невозможное окружает нас повсюду. Сейчас уже непонятна песня Аллы Пугачевой. Молодежь не поймет, что она там пела. Ты так захочешь теплоты, не полюбившийся когда-то, что переждать не сможешь ты. Трех человек у автомата. Ты так захочешь теплоты. Молодежь говорит, чего у автомата ждать? Какого автомата? Чего? Они, у них картина, куда там у автомата на расстрел, он что-то ждет, он уже не может переждать теплоты, полюбившиеся когда-то, и он хочет покончить с суицидом. И у какого автомата? Я говорю, у телефонного автомата, который стоял на углу один в районе, очередь, и нужно было достать 2 копеечки, желательно на верёк. Ну что, они могут понять, потому что терминология уже устарела. Ну разве могли бы вообразить?
Невозможное окружает нас. Форд выглядит полным идиотом. Генри Форд, как говорил, я мечтаю о том, чтобы машины, тысячи, тысячи машин, которые смогут быть в семьях, люди могут быстро передвигаться по миру. И кто говорил, ну да, давай, помечтай. Вот те самые братья Райт, которые, знаете, этот сумасшедший, который сделал крылья и прыгнул с Эйфелевой башни на шелковых крыльях Царства Ему Небесного. Кто-то разгонялся, пытался, пыхтел, подлетал, там что-то махали крылья, пролетал 20 метров, ломал руки и ноги. Но у них получилось. У них получилось. Сейчас миллионы людей на улице Божьей. Прямо сейчас. Миллионы людей куда-то летят. Летят с бешеной скоростью. Невозможное вокруг нас. 20 тысяч лет под водой. Это была фантастика. А сегодня подводная лодка не всплывая, проходит по дну океана вокруг земного шара. Мне очень нравятся вот эти мелочи. Я смотрел про изобретателя пылесоса. Все говорят, да что за идея? Ну это не будет работать. А он, бедняга, что-то там моторчики вставлял, как-то там тянул. Потом придумал какую-то марлю, в которую пыль собирается. Эта марля разрывалась, и вся морда была в пыли. И так было десятки раз, но он пробовал, у него получилось. И вот что я решаю в жизни. Пусть будут уши в пыли, что угодно, но мы будем пробовать. Не получилось сегодня, завтра, послезавтра мы будем пробовать идти к Божьим мечтам, к Божьим целям. И мы увидим, как невозможное становится возможным. Небесная основа у нас есть для оптимизма. Послание к евреям, 6 глава, 19 стих. Здесь сказано о надежде, которая для души, как якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннюю за завесу. Знаете, я прошел с пацанами все каньоны Крыма, и вниз вплавь, и наверх вплавь, и по течению, и против течения. Мы прыгали в каждый водопад, слазили по каждому и залазили на каждую скалу, прямо по этим каньонам, прямо по воде. Мне нравится этот водный альпинизм, когда лезешь наверх, карабкаешься, на тебя тонны воды, и ты пытаешься как-то, но когда у тебя есть веревка, крепкая и надежная наверху, даже при огромных потоках воды, это в десятки раз проще. У христианина есть вера во всемогущего Творца неба и земли, моего Отца. Доверие Ему, надежда на небеса, которая дает нам силы и идти по земле и входить в вечность. Нам нет повода бояться. Меня пугали опять на этой неделе. Опять я слышал это от милиции. Вы понимаете, пастор, кто стоит за продажей здесь наркотиков? Я говорю, я понимаю. Но памперс пусть одевают они. Я понимаю, я уже пуганный, перепуганный. Но у меня есть хорошая новость. Те, кто объявлял меня покойником, сегодня я проведу их в тюрьмах. Сегодня их сожителей мы досмотрим в наших репцентрах. Я говорил вам об этом? Сожитель Том. Я вчера сидел, проповедовал, сидит, смеется. Пусть они боятся, а мне что бояться? Ну вы что, не отдаете себе? Я отдаю себе что? Самое страшное, что может случиться, они могут ускорить мое предстояние пред Господом. Так аллилуйя. Так это же просто, это же какая привилегия, если Бог даст вот так уйти. Как там у Высоцкого? Так лучше, чем от водки от простуды. Это про альпинистов, да. Так, понимаете, ну когда у нас есть небесная надежда, не надо ничего бояться. Есть иллюзия страха. Я никогда не забуду, еще в начале церкви, одна из первых жестких ситуаций, когда мы встряли в одну историю, наши друзья забрали, и мы потом забрали к себе одну девчину. Ее отчим, крутой чувак, все схвачено, насиловал девчонку. Мы забрали ее к себе и мне передали, что хату тебе взорвали. И я помню, тогда Бог дал мне классный сон. Это не было шуткой, то есть, ты шо? И я помню, как мне приснился коридор, и мне надо идти вперед, ни в бок, ни вправо не обойти, и огромное чудовище стоит впереди. И он такой, сейчас вот булава тебя хватит, все.
я как бы, закрываясь от него, поднял руку, и случилось что-то странное. Чудовище упало, сдохло. Я даже не прикоснулся, я, защищаясь, поднял руку. Но тут меня как-то так это, ух ты. Я пошел дальше, еще одно стоит. И я так раз, оно хлоп. Я еще вперед, раз, оно шлеп. Я проснулся и сказал: Господь, нечего бояться нам. С тобой нечего. Пусть боятся негодяи. Пусть боятся те, кто должен бояться. Христиане должны удивлять оптимизмом. Церковь должна, добрых перемен должна узнавать по улыбкам. Понимаете? Улыбаться. Ах, позитивчик. Нам нужно это в нашей жизни, в наши судьбы. Нам это важно. Знаете, во многих странах фотографируешься. Стоишь, кто-то мимо идет, подбегает и побежал. Несколько раз так было. Я думаю, украинка. Ты смотри, у меня сразу куда-то. А люди просто веселые. Ну, веселые люди. Понимаете, церковь — место, где люди должны полны быть веселья, доброго расположения. Оно нас даже шокирует поначалу, что они такие все добрые. Церковь должна удивлять среди мрачных лиц, ропщущих и жалующихся на жизнь. Должен быть оптимист. Я подобрал несколько классных фоток. Во всем нужно видеть позитив. Слушай, это очень известное фото. Его, он какой-то там гринписовец или не поймешь кто. И вот его несут, арестовала полиция, его несут участок. Но это довольное лицо. А вошло весь мир. Боже, типа, класс, когда меня на руках поносили. Давайте, мужики, класс. Он просто кайф ловит, когда на руках меня носят. Какая красота. Это довольно сияющее от удовольствия лицо. Или вот это. Вдруг решила, что это неплохой тренажер для наращивания мышечной массы. Понимаете? И мне вот это мне очень нравится. Позитив облегчает нам жизнь. Они стоят у расстрельной стены. На них направлены дула ружья. Они в полосатых рубашках. Один стоит мрачный, а второй ему рожки сделал и улыбается. Развлекается. Я верю, что христиане даже в самых жутких условиях могут сохранять улыбки. И лучшие сыны церкви смотрели с улыбкой в лицо своим палачам. С любовью, улыбкой и чаяние Царства Небесного. У нас здесь была ядовитая медуза, если кто не знает этой истории. Прямо здесь была молодежная вечеринка, и Джон притащил ядовитую медузу. Он нашел ее где-то там, на каком-то острове, за 3-9 земель. Это медуза, которая, если ты прикоснешься, сразу умираешь. 5 минут ты покойник. Он привез ее сюда, положил в аквариум и сказал молодежи: есть храбрецы, кто может залезть. И что-то там, по-моему, надо было рядом взять. Я не знаю детали, но не важно. И кто-то там нашелся с дрожащими руками, кто-то как-то опускал руку. Не дай Бог, она не мертвая, но если чуть прикоснулся, все сразу. Было много страха вот здесь, в аудитории. А потом Джон подошел, взял эту медузу, он так говорит: это не медуза, я пошутил. Я пошутил, но вы все были в рабстве страха. Вот здесь была рамочка, за которую вы боялись выйти. Он говорит: это какая-то резинка там, похожая на медузу, что-то кинул туда. Так бывает в нашей жизни. Вы знаете, что шмель — это страшная птица. Он нарушает все законы аэродинамики. У него площадь крыла, инженеры говорят, площадь крыла в сравнении с массой тела. Он не может летать, никак не может летать. Это нарушает все законы аэродинамики. А он не просто летает, он уделывает их самолеты, вертолеты по своим аэродинамическим качествам. Кто-то хорошо сказал. Говорит: у шмеля большая проблема. Он не знает законы аэродинамики, поэтому и летает. Нам нужен оптимизм, чтобы идти в войну внутри нас и снаружи, чтобы потом вот эти медали в победах, в боях жизненных зарабатывать, чтобы улыбаться сидеть. А что это будет интересно? Оптимизм нужен, чтобы побеждать в жизни. Замечательная история под занавес, потрясающая история.
Обожаю эту историю. Этого парня знает вся Австралия. Он национальный герой страны. Все австралийцы знают его, узнают во многих странах мира. Он недавно ушел в вечность, но история эта далеко переживет. Дистанция австралийского супермарафона от Сиднея до Мельбурна составляет 875 километров. Это дальше, чем от Мариуполя до Киева. Занимает больше 5 дней от старта до финиша, больше 5 суток бегут спортсмены. В забеге обычно участвуют легкоатлеты мирового класса, которые специально тренируются для этого события. Мирового класса спортсмен. В своем большинстве это атлеты не старше 30 лет. Они спонсируются крупными спортивными брендами, которые представляют спортсменам форму, кроссовки, там, Adidas, Nike, Reebok и так далее. Готовят спортсмена, чтобы вот он, их спортсмен, выиграл все это дело. В 1983 году многие были в недоумении, когда в день забега на старте появился 61-летний Клифф Янг. Сначала все думали, что он пришел посмотреть на старт забега. Так как был одет, не как все спортсмены, включая воображение, в рабочий комбинезон и галоши поверх ботинок. Это рядом с мировыми брендами, Адидасами, Рибаками, крутыми спортсменами, молодыми ребятами. Но когда Клифф подошел к столу, чтобы получить номер участника забега, все поняли, что он намерен бежать со всеми. Когда Клифф получил номер 64 и встал на линии с другими атлетами, съемочная бригада, делающая репортаж с места старта, решила взять у него небольшое интервью. На Клиффа навели камеру и спросили: «Привет, ты кто такой? Что ты тут делаешь?» «Я Клифф Янг. Мы разводим овец на небольшом пастбище, недалеко от Мельбурна. Ты действительно будешь участвовать в этом забеге?» «Да? А у тебя есть спонсор?» «Нет?» «Но тогда ты же не сможешь добежать». «Да не, я смогу. Я вырос на ферме, где мы не могли позволить себе лошадей или машину. До самого последнего времени, только 4 года назад я купил машину. Когда надвигался шторм, я выходил загонять овец. У нас было 2000 овец, которые паслись на 2000 акрах. Это огромная территория. Иногда я ловил овец по 2-3 дня. Это было непросто, но я всегда ловил их. Я думаю, что могу участвовать в забеге, ведь он всего на 2 дня длиннее, составляет всего 5 дней, тогда как я бегал за овцами по 3 дня. Когда марафон начался, то профессионалы оставили Клиффа в его галошах далеко позади. Некоторые зрители ему сочувствовали, некоторые смеялись над ним, так как он даже не мог правильно стартовать. Он что-то на старте не то сделал. По телевизору люди наблюдали за Клиффом. Многие переживали, молились за него, чтобы он не умер в пути. А вот теперь внимание. Каждый профессионал знал, что для завершения дистанции потребуется порядка 5 дней. И для этого ежедневно необходимо 18 часов бежать и минимум 6 часов спать. Все рассчитано. Клифф Янг не знал, что нужно спать. Они профессионалы. Институты, им все просчитывали, они высчитывали оптимальный вариант. 18 часов бежит атлет, 6 часов спит, наполняется силой, поднялся, пошел дальше. Клифф Янг не знал расчет. На следующее утро после старта люди узнали, что Клифф не спал, а продолжал бежать всю ночь, достигнув городка Митагон. Но даже без остановки на сон Клифф был далеко позади всех легкоатлетов. Он не спал, бежал, но только все равно был далеко от них. Хотя и продолжал бежать, успевая приветствовать людей, стоящих вдоль трассы забега. Еще где-то останавливался, с кем-то поздоровался и побежал. С каждой ночью он приближался к лидерам забега.
А в последнюю ночь Клифф обошел всех атлетов мирового класса. К утру последнего дня он был далеко впереди всех. Клифф не только пробежал супермарафон в возрасте 61 года, не умерев на дистанции, но и выиграл его, побив рекорд забега на 9 часов и стал национальным героем Австралии. Он просто не знал, что он не может этого сделать, не спав, и сделал невозможное возможным. Жизнь очень часто ограничивает нас через наши вот здесь понятия. Самое невозможное и самое оптимистичное событие в мире случилось на Голгофе. Это было невозможно. Бог явился во плоти. Творец Вселенной стал подобен нам, людям, и расплатился за наши грехи на кресте. Очевидное, невероятное стало очевидным. На глазах огромного количества людей Христос примирил с собой мир. Невозможное прощение грешников стало подарком для человечества. Небеса открыты для каждого человека благодаря жертве Христа стало реальностью. С грехом разобрался наш Спаситель. Теперь у нас есть все основания для небесного позитивизма. Нам нечего бояться, нам нечего страшиться. Мы не сами идем по земле, рассчитывая на свои силы. Мы уповаем на того, кто создал Вселенную и кто живет в нас. И кто там, где двое или трое собираются во имя Его, Он посередине. Мы идем с Ним по жизни, уповая на Него, и мы можем видеть, невозможное становится возможным. Церковь добрых перемен, нам очень нужен небесный позитив в наших сердцах, в наших глазах. Никакого бурча, никакого ворчания, жалования на жизнь. Я 5 раз пробовал, я дергался с этой цепи, уже 5 раз ничего не получилось. Дернись так, чтобы вдребезги полетело все. Я пробовал, вся голова в пыли, пылесос изобрести, пробуй так, чтобы... Я пытался выучить английский 3 раза, всякий выучил. Я хотел, мечтал, сделай это. У меня не получилось, получится. У меня не было сил, замечательно, у него есть силы для тебя. Я не справляюсь. Чудесно, что ты это понял. Аллилуйя, наконец-то. Есть Бог, который может помочь тебе. И потом ты смотришь, невозможное становится возможным. Когда мы строили пилигрим, не было возможно выкупить это здание. А Бог делал чудеса. А Бог пришел ночью и сказал, это мои дети, я дам необходимое. И на следующий день, через 3 дня, здесь была куча рабочих, строителей, строительные бригады. А потом приехал мэр, и давай платить коммунальные платежи, давайте мы поможем. И пошло-поехало с разных сторон, и мы сделали невозможное возможно. Я выбираю быть позитивистом, потому что есть небо, и потому что Христос дал мне повод для радости, оптимизма, для надежды. Давайте встанем. Отец, мы действительно рады, что есть позитив в Тебе. В Тебе есть сила, в Тебе есть уверенность. Ты тот, на кого мы уповаем и не постыдимся. Мы действительно благодарны Тебе за то, что небо открыто для нас. Голгофский крест посреди истории дает нам надежду, дает нам упование и сила Твоя. Явлено нам в спасении человеков. Боже, придет день, и ты свернешь эту землю, как старую одежду.
и Ты откроешь для нас вечность, удивительную вечность, невообразимо более прекрасную, чем чудесный, замечательный, но испоганенный грехами людскими мир. Господь, благослови нас быть людьми веры, надежды, быть оптимистами, позитивистами. Благослови нас.